Одну из важнейших ролей в развитии экономики страны играет сельскохозяйственная отрасль. Для того, чтобы привлечь большое количество граждан и организаций для поддержки отечественного производства, Министерство промышленности и сельского хозяйства, Федерация монгольских земледельцев, Научно-исследовательский институт растениеводства и земледелия организовали в городе Дархан выставку «Фермерство-2013». Для участия в выставке мы разослали в Аймаке, особенно в районы, где занимаются земледелием, более 500 приглашений. В первый день выставки была представлена сельхозтехника и оборудование. На месте специалисты провели инструктаж для всех желающих поближе познакомиться с новой техникой. А в это же время на овощном базаре фермеры представили свой новый урожай. Особенность выставки «Фермерство-2013» заключается в том, что даже одну штуку картошки они продавали по оптовой цене. Во второй день были представлены новые производственные технологии в земледелии по посадке и сбору овощей и пшеницы. Выставка откроет новые возможности перед фермерами и производителями сельскохозяйственного оборудования. Такие возможности, как получение долгосрочных кредитов, продажа продукции по льготным ценам и более тесное сотрудничество с банковскими и финансовыми организациями. Во время выставки в рамках деловой программы состоялись презентации, бизнес-встречи и обучающие семинары, на которых местные и прибывшие из центральных областей фермеры обменялись опытом. Халиун Энгбелек, НСАКТ.